отсюда. Так. Итак, Екатеринбург, привет. Выборг, привет. Смотрите, это у нас Йошкар-Ола. Ну, у него тепло, слава богу. Курган, привет. 3 сантиметра, минус 3 градуса, на празднике обещают дождь. Но вы не написали, откуда вы. Селевошка. Свидетельство оригинатора сорта растения. Так, вы знаете, вы у нас грамотный мужик, у вас диплом, у меня диплома нет. Я даже не соображу, о чем речь идет. Свидетельство оригинатора. А, погодите, там речь шла о... Как правильно называется это? Автор... Какой документ должен получить автор сорта? Так, да? А, и теперь я еще вспомнил слово патент. Может быть, это одно и то же. Ну, спасибо, что меня научили. А то стыдно. Говорю. Какой я хрен специалист, если я не знаю такого, что... Слово оригинатор знаю, а вот свидетельство оригинатора первый раз слышу. Ну, что делать? Так, добра света. Спасибо, Борис. Марина. Привет из Вологды. Марина, где ваш вологодский абрикос? Как вы умудрились его угробить? Вот. Лично вы ответственны, чтобы возродили. 21 градус. Африка. Так. Городничина Москвы. Так. У деревьев были деревья, все почки одинаковые. Они все одинаково больны, а у здорового дерева есть слабое и сильное. Ну, сейчас смотрите. Нам с вами делить нечего. Два сапога. Пара. Видимо, внуки изначально нет здоровых деревьев, поэтому почки одинаковые. Вот, знаете, честное слово, у меня такое впечатление, что нет здоровых деревьев. Мне стыдно говорить. Ой, если бы я тогда сделал фотографии, когда я ходил по Тимирязевскому саду. Ой. Вот. И мне кажется, что если потом вот взять, видеть докладной, да, их сразу закрыли бы. Потому что безнадега полная. Если у них уже на сайте такое... А я так обижен, конечно, я понимаю, вышли тысячи ученых, там, служащих Тимирязевской академии с этими, руки прочь от науки, вот, и, конечно, жалко было людей, они же привыкли там работать, там и цветочки красивые, и газончики красивые, вот, и что-то может это самое быть такое, ну, Елена Александровна Савинич была в Мичуринском саду, да, я посмотрел фотографии. Так у нас любая бабушка такие, эти, особенно косточковые, у нас у любой бабушки как минимум не хуже. Что там выращивать-то это все? Это? Ну ладно, что я пинаю, они и так еле живы, я их пинаю. Так, если еще сказать, что дерево само может закалиться, прыгнуть либо... Совершенно верно, еще раз, у него есть резерв, главная команда, она... Ему только успеть включить программу на момент, когда вымирает. У ученых этого нет. Почему? Правильно тогда говорил, что генерал Раевский из 19 века к Железову бы не согласился, потому что он не заметил. А что он там в Крыму заметит-то? Вот. А мне интересно, что ученый, который вот эту статью написал, уже, ладно, фамилию в этот раз говорить не буду. Он ведь не сказал, что я с Железовым. Это уже не Ярославцев, а другой. Вот. Ученый настоящий. Это было в этих вот, реплике. Если увидит потом эту передачу, он все их смотрит, все вебинары. Он подтвердит, что такое было сказано. Да. И вот получается, что человек, который написал эту статью и привел этого, когда-то войдет в учебники, это как бы фразы критические, они тоже как бы особые, что генерал Раевский, президент Императорского союза садоводов России, Железов бы не согласился. Но он не сказал, что это я не согласен. И вот уже получается человек на нейтральной полосе. А этот бы сказал, нет никакой этой самой вегетативной гибридизации, нет никакой этой самой... селекционного клонирования, нет ничего. А я говорю, есть. А он все-таки высказал точку. Как это подано? Вы представляете, друзья? А президент бы тот 19 века не согласился бы. А он же был авторитетнейший. Он книги писал. У него он сам деревья выращивал.
А свое мнение не высказал, он не сказал на чьей стороне. Здорово, это, молодец. Нашел же эту, компромисс. Так, ну что, видимо, у науки нет здоровых деревьев. Дерево может закалиться, да, полностью. Так, селевошка, так, это наш новый этот самый, как бы сказать-то, новосибирец, высшее образование. Посмотрим, что он скажет. Критические условия. Мороз, солнечная радиация. Про солнечную радиацию даже Вечерин говорил. Он тоже не это. Воздействие. Воздействие химических мутагенов влияет на мутацию клеток, точнее, самого генома клетки. Но мутация в данном случае проявление морозостойкости. Возможно, не на уровне ядра, а на уровне других органелл клетки, таких как митохондрии, кроме того, выживших почек, могли сохраниться проводящие пучки. Пусть движение слабое, но оно идет. Так, ну что. Вот, Господи, для меня праздник. Господи, как хорошо, что это. Вот. Ну, как, я не говорю уточнение. Где-то даже вроде бы и контра, не за, а контра. Но как сказано, как толково. Вот. Будем дальше. Не спорить, нет. А, нет, спорить будем. Но для меня праздник, что такие люди в нашей команде. И не оговорился. Вот. Не просто случайно это люди, а именно в команде. Потому что у нас у всех будет рано или поздно, как сказать, не будет, а уже одна цель. Продвижение садоводства. Пусть мы будем спорить. Вот. Могли сохраниться проводящие пучки, не могли. Мы имеем в виду, что в принципе, допустим, я же не могу сказать, Сергей Селивошко, ну-ка смотреть в глаза. Конечная цифра, то есть конечная это. Так все-таки повышается, можно выбрать морозостойкость, или все-таки это только из-за проводящих пучков. А в другом условии эта же почка, будучи привита, окажется ничем не лучше мертвой. Но это мы не будем спорить, иначе друзей терять не собираюсь. А гены закаленного дерева, так и незакаленного, думаю, одинаковые, только разные. Гены одинаковые. Нет, вот тут первый раз, Александр Николаевич, с вами не согласен. Понятие гена настолько широкое, его нельзя сказать одинаковое. Нельзя сказать, что не разное. Вот. И речь идет не об этом. Я столько раз убеждался. Нельзя говорить слово гены. Я вас не заставляю думать, как я. Комбинация генов. Комбинация. Вот. Это как сказать. Вот команды, две команды. Они играют одинаково. Кто будет чемпионом? Тут 11 футболистов. Все выдающиеся. И тут все выдающиеся. Так? Вот. И вдруг раз, один заболел, поставили замену. И команда проиграла. Наоборот. Смотришь, приглашает суперспециалиста, типа там не Месси или этого самого Рональдо. И пошли победы. Только один из членов. Вот если взять команда, это комбинация генов, футбольная, а один ген – это Месси или Роналдо. Вот. Вот он-то и погоду сделает. Но в составе команды. Но это, опять же, ну как, это такая действительно риторика. Смотрите, Эйнштейн и у бомжа разные гены. Эй, ребят, мы уже далеко дальше не пойдем. Все, Николаевич. Это самое. Это, знаете как, у нас теперь сколько будет, нас только мнений будет. О, попробуем только мы эту тему залезть. Я и так залез, когда начал сравнивать с футбольной командой.